разматыватель, входной участок, как было нарисовано там. Подача рулонов, здесь будет разматыватель, два, то есть непрерывно. Один рулон, и второй уже на следу, следом идет за ним, да, разматыватель. Тут отварочная машина фирмы Мибах германской, да. То есть процесс будет непрерывный. На этой стыкосварочной машине обрезали, подвели, сварили рулон, и дальше он пошел. То есть процесс практически непрерывный. И дальше уже вот вы видите конструкции, и дальше туда весь пролет. Это непосредственно сам травильный ареал, где будут установлены ванны, на которых этот будет металл вытравливаться, те неметаллические включения, которые существуют в металлургическом производстве. Чем данный процесс более новее и совершенствовать, то, что мы будем применять здесь соляную кислоту, она более лучше, скажем так, воздействует на те неметаллические включения, которые существуют на данном металле. Мы будем получать качественный подкат, более качественный, с меньшими дефектами, которые у нас будут, ну, являются на сегодняшний день, да. Ну и дальше уже, выходя дальше на выходной участок, который выходит на 3 прокатных стана, мы будем получать уже непосредственно рулон, более плотный, и плюс рулон будет не 8-тонный, а, грубо говоря, 16-тонный рулон, который мы сегодня, как бы, есть потребность в, у потребителей нашего металла. Это и у нас это уменьшение обрези, соответственно, у потребителя этого рулона это уменьшение затрат на производство дальнейшей продукции, которая будет. Ну и, соответственно, у нас тоже на перекате, дальше прессировки. То есть мы практически в два раза уменьшаем потери как на металле, так и на увеличиваем производительность наших ареал. Вот это если брать вот этот участок. А сколько кислоты в ванне? Ну я сейчас не готов ответить. Литров, сколько. Кубометров. Сейчас не готов ответить, ну, честно говоря. Ну, надо посчитать, ванну взять. Я сейчас не готов вам ответить, сколько это будет. Ну, это ж нельзя сказать, что это будет безотходное производство. Практически безотходное. Безотходное? Безотходное. Все-таки хлор, а куда он будет деваться? Я же вам показывал. Вон там вот стоит участок, участок, который будет, называется участок по регенерации соляных растворов, где эти растворы мы будем перерабатывать и получать при этом еще дополнительно продукцию. Для дальнейшей... Что это будет за продукция? Сейчас скажу. Дай бог памяти, чтобы не ошибиться. Это будет окисли железа, которые мы потом будем использовать в нашем агломерационном производстве. Вот, в принципе, и все. А цикл замкнутый. Суть того, что, скажем так, мы будем, понятно, что при... скажем, переходе с ванны на ванну добавлять немножко, опять же, воды с оборотного цикла, ну никак с реки Днепр, для формирования растворов, которые у нас здесь будут находиться. Вот, в принципе, и все. Можно пройти дальше, посмотреть на... Это пункт управления, который будет здесь. Это пункт управления разматывателем. Дальше линия вся. Ну и я же не знаю, как удобно.